Величие великого человека обнаруживается в том, как он обращается с маленькими людьми, с детьми прежде всего, с теми, кто не может защитить себя от нерадивых взрослых. И прежде всего от родителей, и когда самые родные приступают к грань, тогда на защиту становится государство. Кому, как не сотрудникам прокуратуры, это знать? В день защиты детей в Брестский социально-педагогический центр приехал прокурор Брестской области Виктор Климов со специалистами, чтобы поздравить и вручить подарки ребятам. В стране у нас созданы все условия и нормативно-правовая база для того, чтобы органы власти могли обеспечить достойную защиту детей. Здесь, в приюте, на сегодняшний день находятся 23 ребенка, и они как раз-то и нуждаются в защите. И цель, конечно же, нашего сегодняшнего мероприятия – сделать им небольшой праздник. Вот. И поэтому и наши подарки, они связаны с тем, что сейчас летний период, дети будут находиться в летних лагерях, и это им, конечно же, пригодится. Что касается той системы, которая работает, я считаю, что она эффективна и вполне нормально обеспечивает нормальное развитие детей и молодежи в нашей стране. Как и по работе, так и чисто человечески мы всегда смотрим, какие принимаются меры по защите прав детей, и всегда готовы прийти им на помощь. Сегодня мы пришли с подарками и подготовим их к оздоровительному лагерю. Все дети, которые здесь находятся, будут оздоравливаться в лагере «Салют». Государство обеспечивает такую возможность. Ну а все остальные сегодня детки будут кататься на самокатах, на велосипедах, и сладкие подарки мы им приготовили. Праздник для девчонок и мальчишек, маленьких, совсем уже взрослых, получился замечательным, но все-таки с ноткой какой-то грустинки. Ведь так хотелось им в этот солнечный первый день лета получить подарки, ощутить заботу и любовь от мамы и папы. Но дети – это дети, а потому самокаты, велосипеды, игрушки для малышей, косметические наборы для тех, кто постарше, и сладости для всех пришлись и ко времени, и к месту. Нас очень хорошо поздравили, подарили много игрушек, велосипеды, самокаты, гели для душа, там еще много всего чего. Приходила прокуратура, главный прокурор. Вот. Сегодня день защиты детей. Приехали, нас поздравили, то есть хорошие были подарки, мне очень понравилось. Хотелось бы здесь остаться. Здесь очень классно. Сегодня в Брестском социально-педагогическом центре находится 23 воспитанника. Кто-то уже почти полгода, для некоторых и месяц – это вечность. Но то, что здесь лучше, чем дома, говорят практически все ребята. И хочется спросить у мамы пап: так что же вы такое сделали, что ваши дети не хотят к вам возвращаться? Но вопрос этот относится к разряду виртуальных, на него нет ответа. Лето и каникулы делать классными для этих ребят будет государство. Хочется сказать огромное спасибо сотрудникам областной прокуратуры. На протяжении многих лет они приходят к нам, организовывают для детей такое замечательное мероприятие. Хорошие подарки к летнему оздоровительному сезону всегда понадобятся. Как вы видите, велосипеды и самокаты уже используются. Всем спасибо, всем хорошего лета. Наши дети, для них мы строим наше общее будущее. Пусть оно будет радостным и солнечным.